В молодежный парламент района входит 15 человек. 10 избраны по итогам прямых выборов. Еще 5 кандидатов от общественных организаций и объединений утверждены решением районного совета депутатов. Обращаясь к новому созыву, Андрей Иванов отметил, что свой первый шаг в большую политику ребята уже сделали. На этой площадке вы сможете получить дополнительные для себя очень важные знания. Научитесь взаимодействовать, прежде всего, друг с другом. Научитесь общаться с общественными организациями, погрузитесь в повестку нашего муниципального района, в текущую повестку, столкнетесь с инициативными группами, с общественными организациями, научитесь выступать, отстаивать свое мнение, позицию. Глава района предложил выработать план совместной работы на 2019 год, определить порядок участия молодых людей в заседаниях районного совета и других мероприятиях администрации, сформировать надежный канал обратной связи органов местного самоуправления и обновленного состава молодежного парламента. Чем быстрее вы вникнете, потому что вы уже в том возрасте, когда вам нужно вникать во все вопросы, то, что у нас делается в районе и как это все делается, вам, конечно, нужно проявлять себя, и чтобы мы поняли, что вы надежная наш тыл. Поэтому я вам только хочу пожелать, чтобы был действительно определен тот график работы, он был согласован, и ваши лидеры его представили, и мы, может быть, что-то добавим, что-то, наоборот, расширим поле деятельности вашей работы здесь в районе. На встрече договорились о проведении ежемесячных встреч ребят с руководством муниципалитета и об их участии в работе областного молодежного парламента. Осуществлять взаимодействие юных парламентариев с Советом депутатов района предстоит Нине Гинтовой. Я хочу быть не просто опекуном, не просто наставником, хочу для вас еще стать другом. Мне очень приятно с молодежью общаться, мы часто встречались с Женей, мне близка его позиция, ваша активность, ваш задор, но вы должны понимать, на вас очень действительно высокая ответственность, потому что я не скрою, что Андрей Робертович и для себя, и для своей команды, и для Совета депутатов районного поставил действительно очень высокую планку. Мы не можем быть хуже кого-то, мы должны быть лучше. Любая активность по формированию и продвижению молодежной повестки заранее приветствуется. Я считаю, что на данный момент избрались лучшие молодежный парламент. Это станет сильной командой. И встречаясь уже досрочно перед заседанием с нашими коллегами, мы уже выставили какие-то определенные планки по поводу работы с нашими избирателями, по поводу работы с молодежью, повышения электоральной активности. Это очень важно. Уже на первом заседании молодежного парламента было принято 7 решений, касающихся организационных моментов и планов работы на предстоящий год. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».